Всем привет! Сегодня я буду заниматься канализацией. Причина, почему этим занялся сегодня. С ванной плохо вытекает, в подвале идет утечка. Почему? Сейчас будем разбираться. Этим видео я не хочу никого не научить, потому что приемы у сантехников, профессионалов качественные, так я по-домашнему все это делаю. Трубка в ванной идет. Элю! Набери в ванну, пожалуйста, водички. Все, выпускай, ага. Потекло. Все, закрывай, Неля. Один тапочки, босика не ходи. Кто тебе, Неля, и евро такое? Позакрывают все нафиг. С этим евром. Раньше как-то все открыто, взял, открутил, зачинил, блин, а тут сейчас... Прежде чем что-то починить, надо все пополомать к чертовой матери. Ну не знаю, будем сейчас думать. Когда сюда вот воду пускаешь, так, и она как-то помимо трубы как-то идет. Значит, и... где-то просто забито. Тут надо открутить этот тут сперва, видишь. Может, и с раковины забито где-то. Ну с раковины, скорее всего. Оттуда я шранул снизу. Ничего вроде там может... нету. Это надо вот скрывать. А как его там скрыть? Что у ее выход в этот... Да там нормально все. Оно прямо отсюда течет, сразу видно. Забивается у нас, то все ломать надо. Это маленькая отвертка, надо побольше жала взять. Идет дальше. Ну, зазор появился здесь такой вот. Есть зазор такой приличный, но дальше не выкручивается. Вот так по-хорошему все надо было выкрутить. Здесь прокладку просто заменить. Ну, придется как-то до следующего ремонта химичить, так сказать. Как туда эту прокладку? Смотрим. По ходу ремонта, как говорится, смотрим, какие здесь нюансы бывают. К примеру, болт на этой конструкции. Прорезь, она все время зализывается, сбивается. Значит, конструкция очень плохая. Раз. Второе. Отверстия слишком большие здесь. Вот. Надо поменьше отверстия, раза в два поменьше. Вот, посмотрим, давайте конструкцию лучшую. Более лучшая конструкция в раковине. Вот. Я уже этот болт заменил. Все видите, здесь получается. И прорезь есть, и грани есть. То есть можно взять отверткой, а можно взять таким ключом. При следующем ремонте тот болт заменю вот на такой болт. Нормально. Должна быть чуть больше вот этого диаметра. Потом мы его отрежем. Проверяем. Нелю, включи там, пожалуйста, водичку, набери и пусти. Посмотрим, есть утечка, нет, прокладка как там наша держит. И там стекает хорошо, да? И там стекает хорошо, да? Ну вот причина, была забита. Не стекала. Второе, прокладка. Да, и здесь не капает.
Вторая прокладка была плохая. То есть забита была, плохо стекала, а потом прокладка заняла. Прочистили, прокладку поставили. Если есть хорошие советы, пожалуйста, посоветуйте. Вот спасибо за внимание. Всем удачи, всего хорошего. Подписывайтесь на канал, где буду показывать такие интересные видео. Удачи!